Помню одну вашу фразу, такую, которую отпечатала меня, что побираться можно, но это надо делать с достоинством. А это правда, побираться нужно и можно, но для культуры я всегда побирался, и когда у меня не было театра, когда я был министром культуры и замминистра культуры. Надо побираться весело, как бы веселый попрошайка, у которого... Имеет больше шансов. Да. Ну, у него шансов было. Нельзя приходить, начинать плакать, говорить, надо говорить, все потрясающе, только дайте денег. Тогда слабым денег не дают, как бы людям, которые приходят в плохом настроении. Говорят, ой, какой ужас. Какой... Ты должен прийти, как Том Сойер, который красил забор, сказать, что потрясающее дело. Если вы сейчас не дадите денег, это будет грубейшая ошибка с вашей стороны. Тогда что-то получается. А когда ты приходишь, начинаешь ныть, не дают. Нет, унылым людям вообще не дают. Уныние вообще грех большой, и унылым людям денег не дают никогда. Кстати, насчет унылости, ведь фамилия Швидко, она на украинском языке обозначает такой быстрый, быстрый. Проворный... Швидко медична подмога, вот это вот украинское название скорой помощи, да? Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».